Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале «Начинающим кулинаром Новый Скукс». Многие люди на нашей планете отмечают Новый год в эти дни. И я предлагаю вам блюдо с китайской кухни – свинина по-китайски. Для приготовления блюда нам потребуется 0,5 кг свинины, 1 острый перец чили, немного зелени, 1 столовая ложка сахарного песка, 0,5 стакана томатного сока, 5 столовых ложек крахмала, не имеет значения, каков он будет, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки соевого соуса, соль, перец по вкусу. Итак, приступим. Ну, конечно же, нужно подсолнечное масло для жарки. Сейчас нужно порезать свинину, я уже ее предварительно порезала, на брусочки, небольшие брусочки. Эти брусочки мы обваляем в крахмале и обжарим на раскаленной сковороде. Там же тогда будем солить и перчить. Итак, мы обваляли свинину в крахмале, а теперь выложим ее на сковороду с раскаленным маслом. Сразу нужно же посолить и поперчить. Пока свинина обжарится, приготовим маринад, в чем будем доготавливать свинину. В яблочном уксусе растворим сахар. И сюда же добавим томатный сок. Просто немножко размешать. Добавляем томатный сок. Сюда же добавим соевый соус. Ждем, когда обжарится наша свининка. Нарезаем перчик острый. Если не любите остро, то из середины нужно удалить семена. Итак, перчик нарезан. Через 5 минут свинину надо перевернуть. Теперь к свинине добавляем маринад и острый перец. И будем доготавливать ее в этой субстанции. Если не любите много острого перца, положите по своему вкусу. Мелко нарезаем зелень, оставив пару веточек для украшения. Итак, через полчаса наше блюдо готово. Подаем его, посыпав мелкой порубленной зеленью. Попробуйте приготовить это блюдо. Оно интересное, имеет пикантный вкус. И кто отмечает Новый год, всех с китайским Новым годом. До новых встреч на моем канале. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, чтобы быть в курсе новинок. Всем пока-пока!